have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы продолжаем путешествие по острову горы Гримрок. Это Молчаливый. Да, я нашел этого чела. Что-то теперь он замолчал, ну ладно. Опять же, я не смог так просто уйти из подземелья, пока я монтировал, я нашел за порталом кнопку, но вы сами все видели. В общем, заяц какой-то в траве пробежал, такой звук был. Нашлась вот такая вот коса. Тяжелое оружие двуручное. 11.34. Плюс 5% критический урон. И урон критический делается сразу x3. Ну, то есть, как будто у нас скилл крита прокачан, там, я не знаю, на какой уровень. Неплохая штука, но против 27.82 я не знаю, что должно быть, чтобы с этим сравниться. Поэтому я ее, конечно, забрал. Также, там, где были шипы, тоже я вам показал, тут только что там был вот этот огненный хомут, который дает стойкость к огню 50, и огненный меч. Мне кажется, что я его уже где-то видел, я не могу вспомнить ее. Ну ладно. В общем, 8.24, он ни туда, ни сюда, но он огненный, а этот на молнию, и я думаю, соберу-ка я коллекцию, я его не стал выбрасывать, я его даже пока что выкладывать в хаб не стал, чтобы вам показать, как оно все выглядит. Также я немножечко упорядочил, вот у нас камушки, тут книжки, тут зельки, тут записки, статуэтка Оскар, вот это вот, да. Частично решил проблему с едой, пошел порыбачил, выловил где оно у нас было, навел порядок, сказал я, и да, выловил почти целый мешок рыбы, также сходил, хотел пойти в эти, в подземелье, как оно называется, на болотах, да, там же у нас грибы, я подумал, что вдруг там грибы появятся, они же там размножаются, грибы в самом деле появились, но с них я получил всего лишь один кусочек гриба, зато там была лягушка, вот видите, жабий язычок. Также на Старомбрическом прибрежье появилось два крысоволка, которые с удовольствием пожертвовали мне свое мясо. Я им очень благодарен за это. Очень милые, приятные люди. Разговаривать с ними было сплошное удовольствие. Они меня даже не покалечили. Дуб одинокий, черт побери. Я не знаю, где он. Я обыскал, ну, наверное, недостаточно внимательно, но я обыскал очень много чего. Я не знаю, где этот сраный дуб. Вот, также змеи. Тут у нас находится вход в пирамиду и... эти повырастали. Вот. Змеиный жезл. Что-то меня кликнуло. Змеи, змеиный жезл. Насчет драгоценного скипетра не знаю. Я его тоже с собой таскаю, вдруг он мне где-то понадобится. Он тоже какой-то золотой выглядит. Ну вот, змеиный жезл, я думаю, можно будет туда попробовать. И еще кое-что, пока я лазил, сейчас я вам покажу по-быренькому. Пара-п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 ап. Вон та кнопка, видите, синяя, ну, магическая, она вполне выглядит как храм, куда нужно доставить камушки, мне кажется.
Но я не знаю, как туда добраться. В любом случае, нам сказали, что молчаливый, по-моему, ночью. Я сначала думал, что это записка, потом вроде это не записка, потом вроде это мне сказал другая голова. Я, в общем, не знаю, но у меня сохранилось в памяти, что молчаливый что-то видит. Мне кажется, ночью, возможно, не ночью. Сейчас будем проверять. Вот молчаливый, по крайней мере, вот он. Он куда-то смотрит. Давайте проверять. В общем, я не знаю, я тут стою уже некоторое время. А, кстати, не обращайте внимания, что тут все перекопано. Не знаю, просто для успокоения совести решил покопаться. Я не знаю, почему. Также у нас же есть карта с кладом. Все попрятал, да, я молодец. Вот эта вот карта. Я пока что-то тоже пока не могу сообразить. Хотя, вот эта двухслойность. А, не, ну это не двухслойность, это камни какие-то. Ладно, посмотрим. Я пока тоже... Вот, в общем, одинокий дуб где-то стоит, который отрубленной веткой указывает направление. И вот эта карта. Давайте поспим. О, блин, я думал, там кто-то идет, а это вот эти подводные... Кстати, вот этих подводных тварей тоже... Я бы хотел их поубивать как-то, но я не знаю, как. Они бесят. А, и там, кстати, еще под водой лесенка. Вот это вот, я тоже не знаю, как туда пройти. Вот эта лесенка, потом вот эта кнопочка, которая тут что-то преграждает. Тут куча всего, чего еще пока что не открыл, так что да. Давайте ждем до ночи. По-моему, уже вечер. Да, ночь. Ага! А что, прям вот так сразу? Ну-ка, стой, тварь. Я могу пройти по этому мостику? Он какое-то время, не какое-то время... Погоди. Блин. Нужно было поторопиться, да? Вот же ж. Ладно. Сейчас я загрузился. Погоди. Те. Все, валим, валим, валим. Раз он на время, значит валим, валим, валим. А он пропал. Я собрался в него стрелять, а он просто пропал. Сейчас я здесь еще сохранюсь. А то я сейчас возьму и меня куда-нибудь портанет. Погодите. А? Ладно. Ядовитый зуб. Легкое оружие. 9.27. Ну, оно слабее, чем мое. Но оно бьет. 20 единиц вражеской брони, кстати, игнорирует. Это хорошо. Легкое оружие. Магия земли. Простое эффективное оружие. Ладно. Раз я его пока носить не буду. И, кстати, я сюда во вторую руку взял этот... бесплотный клинок, который 10.30, кстати. Вот, я могу его носить вместо щита, но почему-то мне не хочется носить его вместо щита, потому что тут уклонение 10 и иммунитет к окаменению. Хотя, минуточку, вот это мне дает отравлению, болезни, параличу, замедлению, слепоте и окаменению. Эта штука мне дает то же самое. То есть ожерелье мне дает тот же самый иммунитет. А кристальный щит просто дает 10 уклонения, да? А давайте рискнем. Я что-то давненько не ходил с двумя оружками. Очень сильно режет вот этот урон, но я смогу драться двумя руками. Давайте попробуем. Это самое сильное второе оружие, которое у меня сейчас есть. Вот этот клинок. Не огненные мечи, не какие-то там другие мечи по дэмэджу с ним не сравнятся, поэтому
Стойте, я там мог что-то пропустить. Я просто гнался за этим чертом. А тут могло быть что-то интересное еще. А сейчас мост не исчезает, кстати. Очень подозрительное местечко. Но там ничего нет. Ладно. Записочки в дупле не наблюдается. У нас хозяин острова любит такие вещи. Надо. Итак. Ну, с какой-то стороны я был прав. Это как минимум выглядит как храм. Ледяной щит. Я могу такое делать? Для этого... А, у меня не хватает магии воды 3. Концентрация 3. Мне магии воды не хватает. Надо бы, кстати, подумать, что я буду качать следующим. А, вот, кстати, кусок гриба, который я взял, но не съел. Итак, завладеть 4 самоцветами. Да-да-да. О, искатель тайного храма. Это место почитания природной стихии. Это я тоже все понимаю. Погодите, меня смущает то, что самоцветов у меня с собой 5. А предлагают мне положить 4. А куда еще один? Знаете, тот самый момент, когда ты все собрал, но у тебя осталась лишняя деталь. Я такой, черт. А куда? А что теперь? Ступеньки вниз. Пойдемте, я соберу... Минуточку, оно там это автоматически срабатывает, да, если я сколько положу? Раз, два, три, четыре. Да, оно срабатывает само. Эссенция воды. А что, если я 5 положу? Сто 17, кстати, неплохо. Воу-воу-воу, полегче. Нет! Ну зачем ты подвинулся? Тоже так могу. Кстати, по 500 экспы за них дают, если что. 500 экспы совсем неплохо. Как только я собрал эту эссенцию, появились элементали. Но их вроде только 3. 4. Ладно, 4 тоже немного. Я не хочу вставать на мост, мне кажется, он исчезнет. Блин, разлетелись по всему острову. Хорошо. 4 элементали, получается 2000 экспы. Да черт с вами. Получил я эту эссенцию. Видите, от этого камня ничего не будет, если его положить. Что-то такое даже ощущение, что я не на тех камнях собрал. Ну ладно. Пусть они летают, они, в общем-то... практически безобидны сейчас. Если прям сильно-сильно не затупить, они ничего не сделают. Мне интересно, что вот тут.
Ну, вылези ты уже куда-нибудь. Я тебя убью и пойдем дальше. Не люблю оставлять за собой врагов, так к тому же, опять же говорю, экспа. Давай, давай, кыс-кыс-кыс. Сюда, еще есть. Ну ты тупой, ну ладно. Давайте сохраняться. По-моему, оно все-таки подходит. Ну, тебе же хуже будет. Что-то он настоятельно не хочет сюда подходить. До свидания. Все, мы договорились? Отлично. Фух. Ну, пойдем. Воу-воу-воу-воу, у меня под воду. Стойте, у меня это, у мага воздуха нету. Давайте подождем. Утром мост пропадет, да, наверное? А черт его. Травка. Хранилище. Ну и как мне его открыть? Кстати, я не так много урона получил. Хранилище, погодите. Ай. Блин, я не посмотрел, там была кнопка, не была кнопка. О, выбраться можно. Место для факела. Это же не просто так. Или просто так. А зачем тут место для факела? Я поставлю. Факела потом еще найду, наберу. Мне не проблема. Их по всей карте валяется куча. Дайте я кнопки посмотрю. Ага. А что тут тогда? Нет, все немножко морочно, знаете. Знаете, ребят, я сейчас насчет вот этого кольца и факела что-то вспомнил. Кто смотрел фильм The Game, игра с Дугласом, там в конце, когда герой становится очень подозрителен, приходит в ресторан, ему приносят бутылочку воды, он такой, что с этой бутылочкой воды, почему она уже была открыта, я хочу новую запечатанную бутылку воды, пойдите и поменяйте мне, все неспроста, я такой прихожу, почему это кольцо здесь, оно что-то должно значить, надо сюда поставить факел, чертовы загадки, делать тебя параноиком. Блин. Так, ладно. И еще, знаете, что меня удивляет? Почему... Так, кнопочек нету. Опять же, кнопочки, знаете. Почему с нами могущественный, грубо говоря, маг, у которого... у которого на 3 прокачана магия воздуха? Почему я не умею делать пузырь воздуха, блин, ну, грубо говоря? Так, тут ничего. Тут ничего. Оно-то мне не такой уж и большой урон наносит. У меня бычара немножечко задыхается, но... В принципе... Та твою за ногу! Ты-то откуда тут взялся? Так, рыба. Mm-hmm.
Нет, сокровищница, это, конечно, все круто. А где мне? О, обнаружен секрет. О. Где я вообще? А. Погодите, а вон там выглядит как секретная стена. Гляньте, вот это вот место. Видите? Что вы мне... А, золотые ключики вы мне предлагаете тратить. Итак. Цветочное хранилище. Ха! Так, эту рыбку ты съешь. Вот то, что за рыбкой пост, потом надо делать не надо. Эту рыбку ты тоже съешь. Итак. Я в пролете. Приготовился было уже взломать одно из хранилищ, как ключ выскользнул из моих рук. Ни за что больше не полезу в зараженные воды. Ключ выскользнул. Там где-то в воде золотой ключ есть. Золотая подвеска. Золотое кольцо, прикрепленное к кожаной ленте. Кажется, будто оно имеет неестественно большой вес. На наружной кромке кольца мастерски выгравирована еле видимая надпись на каком-то неизвестном языке. Нося его, можно услышать зловещие голоса, искушающие тебя властью. Так, ну это отсылка на Лотр, я так понимаю. Кольцо-подвеска. Кольцо всевластия, я бы больше сказал, да? И чё? Оно дает уровень. Смотрите, оно тупо дает уровень. Я становлюсь 14 уровня. У меня больше здоровья, больше энергии. Весело, весело. Это дает больше экспы. Кстати, когда мне не нужно будет... Ну, когда мне, может быть, не нужно бы... Ладно. Золотое хранилище. Стальное хранилище. Бомба. Выглядит как меч и щит. Но щит очень, ну, такой... Ну, не то чтобы старый, но ненужный мне. Стеклянное хранилище. Бутылочки. Вон там что-то. Так, это мне нужно будет... Подождите минутку. Ключ выскользнул, говоришь? Идите, идите сюда, оба. Я пока рыбку поймаю. Блин, избивает меня. Я вижу ключ? Или мне... Да. Быка сейчас убьют, кстати. Мне придется... Рыбку сюда. Блин, у чувака еды прям уже зажуйся. Ну, это хорошо. Я не буду больше жаловаться на еду. Никогда нафиг не буду. Хорошо. Тут нам дают лишний золотой ключик. И 4 комнаты. Цветочное хранилище. Мешок. Браслет, что ли? И там еще что-то. Ну, давайте открывать все это по очереди. Будем потом смотреть, надо оно мне, не надо. Итак. Энергия 30. Скорость пополнения энергии плюс 20. Энергия 30. Офигеть, как много. Если честно. Хорошая вещь. Теперь, скорость пополнения энергии плюс 20,
Аппетит плюс 20. Блин, он и так жрет, как не в себя. То есть оно мне дает вот эту скорость пополнения энергии 20. То же самое мне будет давать браслет только за пожирание. Но при этом накидка шамана. Ну, клонение минус 2, это меня не особо тревожит. И тут... Ну и тут у нас куча травы. Угу. У меня большое ощущение, что я это оставлю. Эти вещи. Пойдемте дальше глянем, что нам тут предлагают. У меня не хватит ключей на все, мне все равно придется загружаться. Что ты такое? Посох. Сила воли. Плюс 2. Требует концентрации. Рассеивание. Особая атака. Требует удерживать кнопку, чтобы использовать. Рассеивание. А, погодите, это магия, которая... Угу. Это, похоже, магия, которая может убивать этих элементалей воздуха, не воздуха, как они там называются, это говно. Стальное хранилище. Меч. Что за меч у нас тут? 12.36, между прочим, 12.37. О-о-о! По силе 3.3 секунды, 3.4... Он такой же, как кладбищенский меч. Так, минуточку. А все это время я мог пользоваться... Почему я не... Я забыл про особую атаку, я молодец, я знаю. Уклонение 7, абсолютная стойкость 15. Абсолютная стойкость. Что у нас там с... Стойкость ко всему. Да. То есть, очень хорошая штука. Ну и 3 бомбы. Хорошо, погодите минуточку. Давайте посмотрим, что у нас в последнем хранилище. Амулетец. 25 больше опыта. Это такой же, как вот этот. Ой, это хороший амулет. А вместо чего я его одену? Сила воли 2. Можно, кстати, магу одеть. Бутылочка манны большая, ну да, собственно. И зелье ловкости. Амулет на 20, амулет на 25 сила воли. Сколько у меня будет? 10 энергии мне дает. Ну и сопротивление холоду, да? У нас там сила воли еще дает сопротивление к холоду. 54. Без этого амулета он у меня будет... 50. На самом деле не критично. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это очень сложный выбор. Я могу тут прям все 3 ключа оставить. Хорошо. Вот этот посох, он мне по сути не нужен. Что у нас с метеоритным щитом? Что он дает? Стойкость 10. Ну, то есть тот щит лучше, чем метеоритный. Так-то по-хорошему. Блин. Ладно, хорошо, минутку. Остановился, ребятушки, я вот на чем. Я пошел, забрал стеклянный. Теперь у меня у мага будет висеть амулет на плюс 25 экспы. Ловкость я вкачал нашему крысюку, ну и бутылочка манны, просто как приятное дополнение, приятное. Меч, сабля, легкое оружие, 12.36, он будет получше, чем мое второе оружие. 15.42, 18.50, 19.53, 18.50, да, звучит как время. Сначала приходите... Ладно. Так, мне теперь нужно... как-то облегчить. Давайте я бутылочки у тебя отберу пока что. Бычара потаскает. И у нас, смотрите, метеоритный щит, уклонение 7 и защита к огню 10. Тут уклонение 7 те же самые, но плюс абсолютная стойкость 15. Не к огню 10, а ко всему 15. Поэтому я его вот так одену.
распределили мы их таким образом. Сложил я сюда все амурелья, ожерельица. Так, бутылочки, рыба, факелы, черепа. Черепа, кстати, находясь в сумке, не теряют свои свойства. Смотрите на здоровье. Блин, не на здоровье. Как-то... Короче, как-то я это проверял, это работало. Все нормально. То есть пока черепа... Или на переносимый вес. На переносимый вес, да? Да, смотрите, 132, 135 увеличивается. Поэтому все хорошо, все работает, все нормально. И еще один ключик я, наверное, оставлю. Я посмотрел вот этот вот схрон, где у нас лежит мантия и браслетик. Как бы да... Там прилично прибавляет, так и возможно я сюда вернусь. Просто браслет мне будет давать то же самое, что мой плащ, только плюс захавчик. А плащ будет давать еще плюс 30 энергии. Это, конечно, приятно, но я не уверен, что я хочу тратить на это свой последний ключ. Насчет посоха, мне кажется, что он мне как-то не нужен. Возможно, я ошибаюсь. Если что, мы знаем, где он лежит. Это даже не угроза. Все, мы тут немножко засиделись. Давайте потихоньку сваливать. Мне еще интересно, там выглядит, как будто стенки, ну не то чтобы нету, но смотрите, вот это место, видите, там как будто за стенкой есть проход, что ли. Я хочу посмотреть тайные кнопочки. Если мне позволят местные подводные обитатели. Видите? Я же говорил, что все не просто так в этой жизни. У быка очень мало жизни. Я на самом деле рискую. Я не знаю, зачем я рискую. Давайте подождем. Я просто его раздавил. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Нам поговорить надо, иди сюда. Сюда подплыви, пожалуйста. Ну и сгори к черту там. Их тут двое было. По крайней мере, одного я раздавил. Офигеть, кристальная кираса! Я пошел, 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 я пошел, пошел, говорю, пошел отсюда я. Блин, я не туда закинул. Кристальные вещи у нас ты носишь, да! Вот, это будет завершать, не, ну не завершать, но будет пополнять твой сет. Броньку мы вот... А, она очень тяжелая для тебя, прям очень тяжелая. А, кстати, и подвеска. Подвеска у нас идет к вот к этим вот всем остальным. Весит она 2 килограмма. Вот эту броньку надо бы отнести, наверное. Вот эти все пушки надо отнести, щит надо отнести. Кучу всего с собой таскаю, не знаю зачем. Фух, какая хорошая бонусная комната. А, погоди. Да, теперь там все, видите, теперь это место полностью исследовано. Ух. Нас не хватает штанов. У нас вот стальные поножи латные, такие себе, да? Так, 15 защиты, 5 здоровья. Против 4 защиты и 2 уклонения. Ну, 2 уклонения, конечно, хорошо, но против той раз не сравнится. Тут у нас не хватает метеоритных доспехов и метеоритных штанов, опять же. У меня подозрение, что на том уступе в кристальных пещерах, которые мы пропустили, там была какая-то метеоритная шмотка. Я потом думал над этим. Я не знаю, как туда попасть. Но это не решает нам проблему полностью, потому что нам не хватает 2 кристальных шмотки.
Так. Наешься. Ой, метеоритных. Две метеоритных шмотки нам не хватает. Щит у нас вот есть, а двух метеоритных вещей нам не хватает. И одной кристальной вещи нам не хватает. Штанов кристальных. Это очень печально. Причем есть даже кристальный амулет. Погодите, а метеоритный амулет существует? Она у нас полностью вся практически в кристалле. Нам не хватает совсем чуть-чуть. Попробуем ходить с двумя мечами. Конечно, вот, у нее же даже кристальный щит есть, раз уж на то пошло. Видите? И кристальный амулет, и кристаль... Не хватает только штанцев. Я очень близок к коллекции. О, тварь, иди сюда. Да стой! Ах ты говна кусок. Да, блин, чертово заклинание. Ну куда ты пошло, ну блин! Вот же дебилоид. Во-во-во, подходи. До свидания. Ну вот и все. Так закончились приключения ледяных элементалей. Мост не пропал, кстати, раз уж на то пошло. Нам бы тогда, получается, отнести... Нет, давайте я сначала в пирамиду зайду. Если я зайду в пирамиду, потому что... Ну, пока я здесь, мне кажется, что у меня есть все шансы. Так. Тут просто... Повылазили. Урона много им вливается, если что. Да давайте. Ой-ой-ой, поналить. Какой промах, ты чё? Я понимаю, что ты с двух рук бьешь, но какой промах? Экспа к нам пришла. Я надеюсь, те, которые были в воде, они все повылазили. Там никого не осталось. Блин, было бы круто, если так. Похоже, засада у нас уже была. Короче, да, смотрите, змеи. Фух, я не упал. Мне показалось, я сейчас свалюсь. А, змеи, змеи, змеи. Плевок. Особая атака. Удерживайте кнопку, чтобы воспользоваться. Давайте... Харканем. Да, это отсюда. Хорошо. Меня этот посох сразу насторожил, потому что мы его нашли на болоте, но урон 2.6 плюс сила. То есть имеется в виду, что он, в принципе, как физический урон дает, а не магический. Хотя это посох. И, в общем, он мне сразу показался странным. Еще вот этот жезл мне кажется немножечко странным. Силовое поле, особая атака. Ну, сила воли 4. Что мои вещи? Живучесть 2, энергия 25. Энергия 25. Ну, то есть, это все чисто энергетическое. Ладно, здесь мы еще не были, ребят. Поехали. Подготовимся сейчас. Я бы, наверное, даже вот так подготовился. Пирамида Умаса. Умпаса. Кстати, проверяем кнопочки на стенках, если что. Змеевички. Слышите это, да? Рецепт. А зелье скорости. Эфирная водоросль. Истребиный... Давай сюда. К остальным. Я их так еще и не изучал. То есть когда-то придет все-таки то время, когда я... их изучу, когда все будет хорошо. Да, но не сейчас. Я таких стен, кстати, раньше не видел. И я не знаю, как на них будет выглядеть кнопка. Мне кажется,
что, возможно, на белой стене кнопка будет более заметной. Но, опять же, это же мне кажется. Никто это не гарантировал. Две скважины. Два портала. Гробница забытых. Гробница знати. Знаете, в чем прикол? Погодите. Я бы спустился туда. Блин. Мне пока нравится ходить с дополнительным уроном. Посмотрим, что будет по защите. Ну, опять же, по защите. Что нам давал этот щит? Он давал 40 уклонения, а не защиту. Поэтому такое. Меня больше смущает то, что... О, здравствуйте. То, что порезалась атака на первом оружии. Может, мой мирный... шнур? Мерный шнур проклят. Я хожу туда-сюда из этой комнаты и в помещении наверху, но мои измерения ниже никак не сходятся. Ага. Кстати, раз, два, три, четыре, пять. А тут мы не знаем. Круто. Измерения никак не сходятся. Почему тут есть рамочка? Смотрите, тут есть металлическая рамочка вокруг. И тут есть. И тут. Но тут нет. Что не так? Гляньте, вот это выглядит явно как кнопка. Она же выделяется, но не нажимается. Это не кнопка. А, ну это просто такая текстура. Хорошо. Спустились. Окей. Давайте в забытых сходим. Сейчас мы опять подзарядим немножечко. Посмотрим, как оно все будет. Итак. Ясно, где я оказался. Ну, наполовину ясно. Что-то там такое топает. Факел я заберу. Я где-то один оставил, вот там в подводном подземелье. Один надо себе компенсировать. Да, это не кнопка. Это явно. Что-то там ходит. Что-то там ходит. Грёбаная пирамида. Хорошо, что у меня карта есть. Куча кнопок. Ты кто? Шляпа бальзамировщика. Живучесть 1, защита 2. Живучесть. Сила 4. Надо было, наверное, сходить, шмотки-то положить. Я этого не сделал. Так, тут три мумия стоит. Я что-то не буду торопиться нажимать пока что на что-либо. Ходит по звукам там. Дверь. Жутенькое место такое немножко. Сюрикены. Пули. Хм. Я не пойму, что и где ходит. Что-то шарашится там. Ага, сюда тоже можно спуститься.
А, это всего лишь вы! Ну, в принципе, мумии. Кто еще мог быть в пирамиде, да? А-а-а. Здрасте. А ничего, что я без стука. У вас тут открыто где-то, да? Факел. Так, там были ямы, куда можно было бы спуститься, кстати, если что. Зачем мне эту? Это явно зачем-то нужно. Хорошо, насчет ям, куда можно спуститься. Это мы еще с вами проверим, погодите. Метательный ножик. Я это все подбираю, потому что мне, скорее всего, какие-то эти вещи придется ложить, оставлять. Крыс очень много. И крысы могут забираться под тебя. Поэтому мне они не нравятся. Я на секундочку подумал, что крысы здесь, наверное, за... Крысы здесь, наверное, за тем, чтобы я не посмотрел на стенки, чтобы я смотрел вниз. И... Экспа приехала. Ну, отравить-то ты меня не сможешь, дружище. Еще сюрикены. А что за... Ладно. А быка ты отравить, конечно, сможешь. Твари кусок. Ладно, пофиг. Так, тут у нас пули еще. У меня есть где-то, вроде как, водилось противоядие. Да, есть. Не хочу, чтобы его травило. Ну хорошо, нажал я на кнопку. И что дальше-то? Вот для чего эта кнопка. Ладно, я думал, я секрет нашел. Собрал я такой змеиные потрошки, собрал пули, нажал на кнопку. Чё? И все, что ли? В чем был смысл кнопки? Видимо, она мне дальше понадобится каким-то образом. Ладно. Поехали дальше. А, это мне закрыло... Та кнопка мне закрыла одну дверку. Хорошо, хорошо, я понял. То есть, в принципе, чтобы пройти, мне нужно будет закрыть все, да? Тогда минутку. Минутку. Я бы сначала... Фиг, ты машешь-то. Промахиваешься. Там что-то еще ползает. Хорошо. Это у нас туннель с кобрами, грубо говоря, да? Ну и как это называется? Это называется свинство. Так, оттуда мне как-то... Надо бы попасть. А как? Так, дружище, на, вылечись сразу.
Опять же ищем кнопку, наверное, да? И тут есть какое-то местечко интересное. Ха-ха-ха! А, я знал, что это когда-то. Ну, просто разрабы не могли такое сделать. Так, 20. И, собственно, факел на тебе взамен. Потому что ты использовал, бедненький. На тебе факел взамен. Нет, это, конечно, все здорово. А туда как попасть? А, ну теперь тоже открылась. Карта. Карта. Карта это здорово. Очередная карта сокровищ. Остров сокровищ. Ладно, кто в курсе, тот в курсе. Открылась карта. Тут явно кто-то обитал. Ладно. Да, тут, короче, на факелах много чего замешано. Не зря сходил. Теперь. Ножик. Супер. Сколько у нас еще? Две кнопки? Ну, наверное, тогда будет... так, метательный топор. Хоть не то. Вот так. Да, нас теперь еще потравят немножко. А, тут просто мумиё вылезло. Мумиё вообще ни о чем. Хорошо. Надо исследовать все эти места. Фишка в том, что они умещают и мумиё, и крыс, типа, в одну клетку. Поэтому получается дабл комбо. А смогу ли я вот так сделать? А чё так мало? Там еще одна. Эй, Плискин, зови меня змей. Почему мне тут так свет быстро заканчивается? Что я вам сделал? Хорошо, тут у нас змеиных хвостиков еще нам понадавали. Я им еще наемся, это хорошо. Еще и вот эта часть открылась. Дратути. Погодите, прям целая дверь и тут ничего нет? Отсюда просто две кобры вылезло? Почему тогда не тайная стена? Почему дверь? Моя не понимать. Ну хорошо. Открылся путь. Давайте рискнем. Красивенько так выглядит, кстати. Презентабельно. Я бы сюда спустился, между прочим. Давайте сохранимся. Сюда не надо было спускаться. Ладно. А еще лучше надо было сразу на карте проверить, где это место. Я понял бы, что туда не надо спускаться. Вот так. Над нами ничего. Надо мною тишина. Там еще какая-то стена открылась. Небо полное огня. Свет проходит сквозь меня.
Очень странно. Такое ощущение, что открылось что-то здесь. Или я не успел? А, ключик решил тебе шею сломать, понятно. 200... Так, ты еще у нас и горн потащишь, если что. На самом деле немножко странно, что ли. Ладно. Вроде сюда нам. Первый ключ, да? От этой стороны. Давайте. Спасибо. Подождите, я сначала во вторую сторону хочу сходить. Гробница знати. Знать бы ее. Так, ладно. Как я тебя давно не видел. Не, что-то реально очень давно кристаллы не попадались. Чё тут? Усыпальница. Подожди. Не, у меня тут есть еще коридор. Дротики. Фига себе, у тебя все разрослось. На тебе вот это. Тентакли. Так. Такли. Сюда. Дверь. Которую я открыть пока что никак. Ни за что. Никогда. Кристалл, пока трогать не понял. Человек хочет со штукой, непонятно. Пойдемте сюда. Рычаг. Рычаг. Ну и, соответственно, рычаг. Хорошо, что там. Не поверите, рычаг. Это очень похоже на посох. Урон 3. Посох устрашения. Период ожидания. Урон 3.10. Кстати, он такой же, как и вот этот. Видите, урон плюс сила. Урон плюс сила. Он не магический. Требуется концентрация. Удерживайте кнопку. Расход энергии. Облако кошмаров. Зачем мне это? Там что-то ползает за этой штукой. Подарок хамона-торговца. На этом свете он любил лишь золото. Вечно приветствует его. Так, подарок Нумавана, его супруги и их чада. Вечность приветствует их. Легкое оружие 10.31 плюс ловкость. 10.31. 12.37. 12.36. Очень хорошее легкое оружие, кстати. Должен сказать. Очень хорошее легкое оружие. Блин, ну бока все забито. Очень печально. И что мне с этого? Погодите. Посох ужаса. Жутенько, если чё. Я не знаю, что будет, если на свет стать. Я, пожалуй, не так уж и хочу это узнавать. А, ничего не будет. Ладно. Итак.
Автомобиль. Давайте я предлагаю тогда, тут мы сейчас с вами закончим и... Ладно, давайте подергаем рычаги, мне просто очень интересно. Саркофаг, бутылка, хилочки. Три, 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 две. На тебе третью. И еда. Еда тебя перевесила. Так, сделаем. Так, саркофаги. И все. А погодите, он отмечен. Он отмечен на карте, вот этот саркофаг. А, ладно. Давайте пойдем следующее глянем. Тут тоже есть один лежачий саркофаг. Хорошо. У меня такая теория. Что если... А, эта штука просто парализует. Парализован. Я думаю, что мне надо будет в саркофаге стрелять. Причем ненадолго парализован. Хорошо. А что мне это все дает? Я думал, мне нужно будет сейчас этим кошмаром стрелять в саркофаге. От кошмаров будут просыпаться вот эти ребята, и это будет мне что-то давать. Четыре саркофага, смотрите. Но при этом... Да-да, там за стенкой кто-то. Четыре саркофага, комната с дверью. Я практически уверен, что это тут как-то причем. Но причем здесь это причем? Я не знаю. А, погодите, записки. Вечность... Умовоин, его супруги и их чада. Лунный кинжал. Хамон торговец, который любил золото. Погодите. Который лишь золото. А этот вечность. Может быть, сюда положить что-то золотое, сюда еще что-то. Короче, ладно, все, ребят, да, давайте на этом моменте уже серьезно заканчивать. Я пока подумаю за кадром, что нам делать дальше. Фух, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.